Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». И сегодня мы с вами поговорим о катушке Кайдо SA3000A, которая есть на полках интернет-магазина klyova.com.ua. Значит, катушка фирмы Кайдо с 3000 шпулей, с алюминиевой шпулей. Основные характеристики катушки представлены на боковой стенке коробки. Это получается 5 подшипников, компьютерная балансировка ротора для исключения, для минимизации вибраций, антитвистовая система, то есть система, которая снижает закручивание лески. Ручка переставляется налево-вправо. Давайте глянем. Такая катушка в комплекте с чехольчиком. Дополнительная пластиковая шпуля. Вот цвет такой приятный, скажу вам. Катушки. Цвет достаточно приятный. Значит, шпуля достаточно глубокая, лески диаметром 0,25 мм, можно накрутить аж 215 метров, 0,3 150 метров, 0,35 110 метров. В принципе, для обычного рыбака, который не завозит свои приманки на кораблике, это достаточно оптимальная катушка для того, чтобы забрасывать с удилища. Итак, теперь поговорим о люфтах. Значит, в кнобе, в принципе, ход есть такой, вы слышите его. Вот, сам кноб такой прорезиненный, ручка металлическая. Так, в ручке ход, это получается в главной паре, ход продольный есть небольшой, такой, ну, технологический, скажем так, продольный, поперечный, поперечного. Ну, нет поперечного люфта. Поперечного нет. Так, теперь ход в штоке. Что у нас тут? Ну, практически его нет. Продольного, поперечный. Чуть-чуть, буквально, вот, технологический тоже. Самой шпули. В принципе, ходит она. Ну, в принципе, она и должна ходить. Ну, такая, тоже небольшой ход. Фрикцион достаточно длинный, то есть можно будет настроить катушку очень плавно. Так, дальше стопор обратного хода присутствует. Вот, ручка переставляется как слева направо, так справа налево. Душка. Фиксируется. Вес у нее 296 грамм, как вы видите. Ну, в принципе, достаточно нормальный вес для катушки, которая подойдет для широкого спектра ловли. Хоть вам карповая, хоть фидерная. В принципе, нормальная катушка с передним фрикционом. Ну и, друзья, совет я хочу вам дать по выбору катушек. Старайтесь выбирать катушки с количеством подшипников от 4 до 7-8, не больше. Ну, во-первых, если там больше 8, то, может быть, это просто компания может обмануть и не поставить туда больше их. То есть 10-12, я встречал в своей жизни такие катушки, в которых написано 12 подшипников, когда реально разбираешь ее, в ней не больше там 4 подшипников. Вот. Ну а если их и там действительно 10, то обычно они ставятся по 2 в каких-то определенных местах.
нет смысла за это переплачивать. Покупать с меньшим количеством подшипников тоже как бы не вижу смысла, потому как в самых важных местах катушки должны быть подшипники. Да, для рыбаков, которые ходят там один раз в год на рыбалку, в принципе, достаточно в катушке иметь один подшипник. Ну а те, которые ходят на рыбалку чаще, вот, рекомендую брать вот с таким количеством подшипников. То есть от 4 до 8. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну а всем всего хорошего, не хвоста, не шуи. Пока. Встретимся на рыбалке.